видос такой спонтанный, ничего, ни к чему не обязывающий, просто вот, сравните, посмотрите. Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала. В общем, отвечаю на некоторые вопросы уже на основном канале, даже не на лайв-канале, потому что ну, задают кучу вопросов, почему так, почему так, почему так. В общем, отвечаю. Мужики, смотрите, почему я сделал малогабаритную технику по сравнению вот с переломкой, да, с огромной широкой переломкой. Вот, для удобства. Почему? У переломки радиус разворота по внутреннему, допустим, диаметру, да, 4,30. По наружу 5,80. Этот классический вариант, да, малышок мой, разворачивается стоя на одном колесе. То есть вот от низа колеса, да, до низа колеса у него 1,20 м, рама 1,5 м. Он разворачивается на месте, то есть внутренний диаметр получается 1,20 м, ну, то есть по переднему колесу, если считать. Вот по наружному колесу 1,50 м идет вот так по диагонали, от нижней точки до нижней точки. Есть разница 1,50 м и 5,80 м, я думаю, есть. Вот даже вот навеску снял сегодня, вот там в ангаре у себя убирался, вот так крутится как червяк, туда-сюда, туда-сюда, что на этом не сделаешь. Хотя это, да, вопросов нет, мужики, мощный, большой, тяжелый, реверс есть, 4 вперед, 4 назад, 17 кобыл, прет как черт, но на нем неудобно, неудобно мне работать. Он, малыш, мне заменил его на 80, я бы даже сказал, на 90% всей его работы. Его работа только вспахать огород и все, вот и все, его задача только потянуть трехкорпусный плуг. Все, малыш, я уже проверял, ну видос еще будет, мужики, я проверял, ну не снимал. Один корпус, за глаза ему он тянет, прям на всю глубину заглубляет, еще посмотрим. Вот, ну, чтобы вы понимали, вот он, рычаг, шар, он заржавел из-за того, что на нем никто не ездит. Здесь, вот, откидывание руля, да, тоже шар приваренный. Просто заржавел, то есть никто не пользуется. Реверс, шар ржавый. Хотя раньше блестел, до того, как еще этот трактор делался. Это все дело просто блестело из-за того, что ну, постоянно переключаешь скоростя, откидываешь руль, там, не знаю, реверсом пользуешься. Вот. Сейчас он просто стоит, он весь в пылище. Мало того, что никто не ездит, он еще просто стоит и вот он. Пылиться и все, можно вот рисовать на нем что-нибудь, вот как-то так. Поэтому не знаю, кому-то нравится переломки хорошие, тяжелые, но они не поворотливые, я вам сразу скажу. Вот этот тракторенок, еще раз повторюсь в очередной раз, ну в принципе мой канал, что хочу, то и делаю, повторюсь, заменил его на 80-90%. Вот он бегает с ковшиком, то же самое, что и этот делал раньше, только этот теперь маневреннее стал. Сюда он грузит полный ков, уже все это все видели. Вот 200-250 килограмм, ну с учетом того, что противовес цепляется, иначе просто задние колеса отрываются. Вот балка проверена, выдерживает все замечательно, все чудесно. Вот, как-то так. Поэтому, мужики, я не знаю. Кто-то пишет, должен быть полноприводным. Ну, есть полноприводный. Ну, а толку с него? Ну, никакого. Ну, по сезону только там, по осени. Спахать огород, да и все.
Заднего привода вполне достаточно, тем более он с культиваторами бегал, справляется и так далее и тому подобное. И с плугом справится. Но это мы еще посмотрим. Вот, как-то так. Что еще там пишут? Пишут. Просвет должен быть там 330 минимум там. Ну, здесь 200 просвет. Здесь 201. Как он называется? 21 сантиметр, да, от моста, от редуктора, от самой нижней точки. Здесь 20 от самой нижней точки сантиметров. Мне этого достаточно, я не знаю. Ну, я буду делать, конечно, технику на газоновских колесах. Кстати, мост у меня лежит вон там за забором для очередного проекта на большие газоновские колеса. На две коробки и еще раздатка. Вот будет проектик. Ну, там уже будет серьезная техника. Тут тоже будет классика. Переломки, ребят, не. Переломку я попробовал. Вещь классная, но неповоротливая. Не пойдет. Поэтому классика либо заднеприводная, либо полноприводная. Не знаю, вот, ну, возможно, ну как сказать, вот Артем, да, Артем Тимофеев, взять канал, да, кто не подписан, кстати, заходите по ссылочке в описании на канал Артем Тимофеев. У него изначально была, значит, гусеничная техника, мужики, снимаю все с первого дубля, вот, и даже без пауз, без ничего. Гусеничный трактор. Ну, там дури немерено. Ну, представьте, пятно контакта какое там сумасшедшее. Там прет вообще. Он потом гусеницы поставил на зимние. Там вообще капец. Там дури немерено. Сделал себе классику. Все. Капец. Теперь гусеничка стоит. Тупо стоит. И отдыхает. Так же, как и у меня. Вот переломка стоит и отдыхает. Что он... Даже вот ручки проржавели. Вот как-то так. Это мне сегодня моя Дося 2,5 годика подарила сигнал. Вот. Ну, пришла, сказала: папа, я тебе дарю. Ну, пришлось папе поставить, а что делать? Не буду я Досю свою это обижать. Так она посидела, в зеркала посмотрела, посигналила. Как-то так. Вот, мужики, поэтому так. Вот она, блин, разница, капец какая разница. Покатавшись на одной, попробовав другую, ну это совсем, ну, я не скажу, что переломка плохо. Переломка, наоборот, хорошо, да, она, ее выровнялся и попер. Вот если вот ты четко, тем более с реверсом, тем более там, я не знаю, там дури немерено, 17 кобыл, ну конечно, она будет переть. Но вот это намного маневреннее, намного удобнее, намного экономичнее, даже вот 7 кобыл, бензина жрет в 3 раза меньше, чем вот этот мотор, я не знаю. Хотя вот этот мотор раньше стоял здесь, и он таскал 3-корпусный плуг. 7 лошадей, кто не видел, вот здесь вот будет ссылочка, переходите, посмотрите. Вот, как-то так, поэтому будем в этом году на 17 кобылах таскать 3-корпусный плуг. Не знаю, пробовать первую передачу, вторую, может, третью. Будем поэкспериментировать. Поэтому подопытный образец, как бы он и есть подопытный образец. Здесь я уже пробовал 1-корпусным плугом, прет. Ну, попробую, покажу еще раз 1-корпусный и попробую 2 корпусами. Предварительно, скорее всего, догружу задницу ему. Накидаю там какие-нибудь болванок под сиденьем. Может, в раму еще докидаю. Ну, килограмм 80-90. Ну, под соточку ему накину. Чисто на заднюю ось. И проверим на 2 корпусах. Вот, мне самому просто интересно, смогет, не смогет. Вот, потому что 7-сильный мотор здесь смог, ну, правда, на полном приводе, 3 корпуса.
А здесь, я думаю, два корпуса, ну, должно потянуть, потому что развесовка разная. Этот без навески в данный момент весит почти 300 килограмм. Этот в два раза больше без навески. Вот. Этот уже, да, этот больше полтонны. Как не питаюсь, еще больше. Вот. Поэтому, мужики, видос такой спонтанный. Ничего, ни к чему не обязывающий. Просто вот сравните, посмотрите. Кому понравилось, ставьте лайкосик. Пишите комменты. Еще увидимся. С вами был Санек. Ну и по цене, мужики, звоните, пишите, WhatsApp, Telegram, пожалуйста, ради бога. Потому что, ну, в YouTube я цену печатать просто не буду. Вот как-то так.